Hello, friend. Месяцев. Спасибо, красивое имя, спасибо. Спасибочки. Вижу цель, не вижу препятствий. Ну, знаешь, иногда это даже не от меня зависит. Давай, Сергей. Я только за. Не бойся. Ты же знаешь, что для этого нужно делать? Что делать? Да, именно из Ростова. Именно из Ростова надо, ну, больше сидеть. Стараюсь больше сидеть. Стараюсь. Спасибо большое. Иркас, спасибочки. Мне приятно. Бесящий снова с нами. Через номер? Ну, вообще, можно, да, через номер. Почему кино? Ты чё это не пойму? Ты чё? То-то. Здравствуйте. Кофе? Какое кофе? Ты о чем это? О чем мы говорили? О чем мы говорили? Вообще-то мы, наверное, говорили о том, что... О, спасибо, Легин! Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вот так вот. Значит, не качаем. Ален, понял, принял? Висящий. Мы, наверное, говорили о том, что мне надо принести кофе в постель. Простите, правда. Замечательно. Латте на кокосовом молоке. Спасибо большое. На кокосовом молоке с мятным сиропом. Пожалуйста. Спасибо, Легин. Спасибочки. Я же говорю, заболела. Пипец. Пипец. Я вчера выпила 3 терафлю. Сегодня 2. Сейчас надо будет еще один выпить. Куда везти? Ростов-на-Дону. Нахичевань. Что, как так-то? Что все? Скинь адрес, писящий. Конечно, сейчас скину. Конечно, дорогой, сейчас. А можно доставкой? Заболела, да. Я еще вчера, ну, как бы уже прям хреново чувствовала себя. Прям так. Сегодня это я еще бодрячком, я вам серьезно говорю. Сегодня я еще прям молодец держусь. Угу. Так было бы вообще. Вообще.
Сейчас бы такая слюнявая вся сидела бы с вами тут. Понимаете? Зачем я вам такая нужна? Как это работает? Ой-ой-ой, это все кондиционер, это не я. Кондёр, виноват. Лето, жара, я под кондёром. Конечно, реальный. Как же иначе? Как же иначе? Конечно, реальный. И те эти. Да-да. Шпирач киндер. Какой киндер? Нет, я никогда не была в Египте. Никогда. К сожалению. Хотела бы. Ну, хотела бы, конечно. Кондёр. А. Как я его спрячу? Жара такая, ты что? Ну нет, в ближайшее время не думаю. Женишься? Ну какой? Шустрый-то, а? Шустрый-шустрый. Максимка, ты со мной с самого начала, да, как я здесь зарегистрировалась? Да, систер. Систер? Да, я поняла, что ты 9. Чего? Почему, да, Артемий? Админа сняла. Да, я скоро всех вообще админов уберу. Тем больше скажу. Админ. Ты пошел уже, Легин? Тебя не узнать, Сиплый, но бывает. Бывает. Да, ну спокойной ночи тебе тогда. Легин, приходи еще завтра. Завтра-завтра. Спасибо большое. Спасибо. Почему шустрый? Ну просто. Стримы эротического характера? Юр, ты начнешь стрим? Интересно на это посмотреть. Артемий, ты мне там отвечаешь или нет? Четвертый месяц пошел? Не, четвертый. Три. Я только третий месяц тут сижу. На пляже добраться? Понятно. Слушай, ну нельзя же в бикини показывать никому. Подожди. А, все. Я только увидела такое сообщение первое, все.